Привет! Вы на канале Прага Авто. Сегодня мы вам расскажем про аксессуары Шкода, которые вы можете приобрести в автоцентре Прага Авто на Кольцевой. Сегодня мы с вами рассмотрим держатели мобильных телефонов. У нас есть два варианта. Рассмотрим первый из них. Он поставляется вот в такой вот коробке. Внутри находится сам держатель. Держатель вставляется в автомобиле в подстаканник, очень плотно держится, никуда не скачет. Внутри он прорезиненный. В этот подстаканник замечательно входит и выходит телефон формата iPhone 5. Но если у вас другой смартфон побольше, он вряд ли сюда войдет. Потому берем следующий держатель телефона. Поставляется в такой коробочке. Выглядит таким образом. Внутри он также прорезиненный, не поцарапает ваш телефон. Имеет отверстие для телефона немножко шире, чем в первом варианте. Вот, также имеет отверстие под брелок ключа и для монеток. Смартфон побольше сюда также замечательно входит и выходит. Дальше посмотрим, как это будет выглядеть в автомобиле. Ну что ж, посмотрим, куда и как необходимо устанавливать держатели для телефона. Устанавливаем держатель мобильного телефона в подстаканник центральной консоли. Подстаканник установлен, можем ставить в него телефон. Ну, или не можем. Для того, чтобы вставить телефон немножко больших размеров, чем в этом подстаканнике, возьмем другой, более продвинутый. Такой. Опять-таки, вставляется он в то же самое отделение. Отлично крепится, отлично подходит для больших телефонов. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать много интересного о Шкода. Также приезжайте к нам в автоцентр Прага Авто на Большой Кольцевой, чтобы увидеть все своими глазами.